Зимовка скота для животноводов экзамен серьезный. Но если в страдную пору хозяйство вдосталь заготовило кормов, будут хорошие удои и на исходе зимы. Прошлым летом в колхозе «Родина» Китовского района Курганской области ударно провели зеленую жатву. План был перевыполнен вдвое. В кормоцехе, где за короткий срок смонтировали специальную технологическую линию, сейчас готовят жидкую кормовую смесь. Это позволило сэкономить дефицитные комбикорма и в то же время обеспечить дойные стада полноценным питанием. И вот результат. Среднесуточный надой молока от каждой коровы составил в феврале 10 килограммов. По итогам всесоюзного социалистического соревнования за прошлый год колхоз «Родина» награжден переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Он занесен на всесоюзную доску почета на ВДНХ.